Замик Атакшиев. Я из Азербайджана. Я родился в Азербайджане, я боксом начал, я кикбоксер был. И потом начал случайно с чемпионата республики выступал, и чемпион стал, и продолжал бокс. То и потом, да, чемпион Европы гран-при был, и потом любительский чемпион Европы был. Да, где-то больше 20 лет. Честно, не могу говорить, но люблю этот спорт. Это моя жизнь. Хочу стать чемпионом, как все.